Пока на одной из улиц поселка имени Герцена работает мини-экскаватор, но совсем скоро здесь завершатся работы по комплексному благоустройству. В день рабочие кладут 1000 бортов бордюрного камня. Следующим шагом станет укладка асфальта. В строительстве пешеходных зон и парковок все продумано до мелочей. Непогода и сильные дожди дороги не помешают. Здесь разуконка помогает, позволяет нам в один уровень все во враг спустить. То есть через 10 минут после ливня это уже не будет. В 2024 году запланирован ремонт 9 дорожных объектов. Всего планируется отремонтировать почти 11 500 квадратных метров асфальтового покрытия. Работы на этом объекте будут завершены до 1 августа. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».